И, друзья, угадайте сейчас, где я нахожусь. Я нахожусь рядом с башней города Тегу. Посмотрите, какая тут красота. Правда, конечно, это не башня. Это площадка для игр. Тут очень красиво. Так, показываю вам башню, как она выглядит. Смотрите, какая красота. Еще не стемнело, но уже закат, ветер дует. Мы сейчас находимся на 4-м этаже. И вот как она выглядит. Это удивительная башня города Тегу. Красиво, не правда ли? Показываю вам окрестности. Такой вот автомобиль стоит, древний, красного цвета. А рядом с ним находится такой вот автобус двухэтажный. Это так называемый Sky Station. Станции неба, либо небесная станция. Тут такая карета есть, украшенная огнями. Здесь телефон. Показываем телефон в стиле Британии. Ну и посмотрите, какой город тут открывается вам. Это город Тегу, дорогие друзья. Смотрите, как же тут красиво. Вокруг горы. Еще раз напоминаю вам, что город Тегу окружен горами и холмами. Поэтому здесь бывает постоянно жарко, особенно летом. Вот, тут какой-то букет цветов. Да, конечно же, небольшие ресторанчики. Но сегодня дует ветер, поэтому посидеть, конечно же, здесь не удастся. Но наш путь лежит вот сюда, вот, дорогие друзья. Постараюсь сделать несколько коротких видеосюжетов и выложу обязательно в интернет. Берегите себя, до скорых встреч!